С вами Мегаобзор.ком, и в центре внимания сегодня электросамокат Hyper Slim VS661. Он относится к обновленной модельной линейке 2022 года. Модель сочетает компактность и легкость, позволяя использовать для прогулок в парках, а также перемещаться ежедневно от дома до работы, минуя пробки и даже совмещая поездки с общественным транспортом. Его можно приобрести в среднем за 23 тысячи рублей. Стоимость может меняться, всегда актуальные и лучшие цены доступны в описании к этому видео в текстовом обзоре. Покупатель получает его упакованным в коробку из транспортировочного картона, внутри которого он находится в полусобранном состоянии. Для начала эксплуатации остается установить две рукоятки, использующие винтовой способ фиксации. В комплекте есть необходимый шестигранный ключ для затягивания узлов, блок питания, руководство пульт на русском языке. Ключевые элементы конструкции выполнены из алюминиевого сплава, он легкий и прочный. В основании деки у него находится механический рычаг, нажатие на который позволяет сложить рулевую стойку. В собранном состоянии можно переносить на место катания или хранить в ограниченном пространстве. Также в ходе эксплуатации тестов садились с ним в метро и автобусы, не мешая другим пассажирам. Рулевая стойка с фиксированной высотой, окрашена в серый цвет. Качество покраски высокое. Также он представлен и с окраской в черный. На верхней поверхности деки нанесено текстурное покрытие, предотвращающее соскальзывание ног при размещении. Сбоку подножка с пружинным механизмом, позволяющий припарковать устройство на ровной поверхности. Под защитной заглушкой скрывается разъем питания. Для предотвращения попадания в него воды и пыли после проведения сеанса зарядки необходимо плотно закрыть. Оба колеса диаметром 6,5 дюймов, литые покрышки из полиуретана с протектором, привод в заднем колесе. Спереди и сзади защитные крылья. Сразу в нескольких зонах по периметру нанесены светоотражатели красного цвета, поддерживают электронное торможение, а также заднее крыло может использоваться в качестве наступного тормоза. Рычаг, отвечающий за торможение, расположен рядом с левой рукояткой. Силу торможения можно регулировать в зависимости от силы нажатия на него. Справа рычаг акселератора, рядом с ним блок с бортовым компьютером, выводящим информацию на монохромный дисплей с подсветкой. С помощью кнопок на бортовом компьютере включается или выключается питание, переключаются передачи. На него выводятся данные по уровню заряда аккумулятора, скорости, пройденному расстоянию и времени. Hyper Slim VX661 оснащен аккумулятором емкостью 125 Вт-час. Полного заряда хватает на 18 км. Полный цикл восстановления 7 часов занимает. Комплектуется адаптером с распространенным типом разъема. При повреждении найти замену будет несложно. Оснащен двигателем мощность до 250 Вт. В зависимости от выбранной передачи, а тут их три, развивает скорость до 20 км в час. По ощущениям, скорость набирает плавно. Располагает к спокойной езде по твердым поверхностям в городской среде и парках. Впечатление от поездок на нем положительное. Хорошая управляемость и удобное расположение органов управления. С учетом защиты IPX4, случайно начавшийся дождь не приведет к остановке или поломке. Наличие дисплея позволяло наглядно контролировать оставшийся заряд батареи и планировать маршрут поездки. Рассчитан самокат на людей с ростом от 130 до 200 см, весовое ограничение 110 кг, проблем с освоением не возникнет. В итоге получаем легкий самокат для мегаполиса со складом и конструкцией, хороший вариант для поездок на работу и прогулок в парке, бортовой компьютер с дисплеем, 3 передачи, электронное и механическое торможение, литые покрышки, хорошие показатели автономной работы с учетом небольшого веса, благо защита IPX4. Напомню, по ссылке текстовый обзор, с удовольствием обсудим с вами Hyper Slim VX661. Лайк, подписка приветствуется, пока-пока!